Всем привет! Сейчас мы находимся на одном из грандиозных событий этой весны, а именно на 5-м дне рождения Европа Плюс ТВ. Предстоящие концерты, выпуски клипов и многое другое вы узнаете прямо сейчас. Какие ваши клипы ротируются на канале Европа Плюс ТВ? Многие, но вот один из последних — это «Снежинки», «Звезды», «Зачем?», ну очень многие. Пока что никакие. Но мы думаем, что очень скоро мы тоже будем в ротации. Да. Кстати, 15 апреля, то есть завтра, у нас премьера на новую песню «Жалею». И мы очень надеемся, что этот клип возьмут в ротацию «Европа Плюс ТВ». Ой, много несчастья. Очень много ненормальные, и девчонки делают это. Да. Хорошие клипы ротируются на «Европа Плюс ТВ». Там и мой клип «Белла Белла». Поэтому я и сегодня здесь буду выступать с этой песней. Я надеюсь, что все сейчас мама, безусловно, пока город спит, уверен. И скоро появится клип на песню «Мегахит». Вообще, «Европа Плюс» очень хорошо поддерживает нас, группу «Герои», и это радует. Я очень часто сижу ВКонтакте в группе «Европа Плюс». И порой там вижу даже что-то о себе, это клево. Мы однозначно хотим быть на Европе Плюс ТВ. Просто вам надоели. Почему группа «Моя Мишель» называется группа «Моя Мишель»? Как вы познакомились с Асти? Почему именно Arctic Asti? Я узнал, что жизнь очень неожиданна. Ее невозможно рассчитать и распланировать из-за человеческого фактора. Вот, например, я не знаю, какой следующий вопрос вы зададите. Возможно, умный или хороший, а может быть, просто смешной. Вы готовите сюрпризы для ваших фанатов? Например, только сегодня запустился караоке-конкурс. И спеть, снимая себя, песню «Мегахит». Ну, наверное... Я просто шучу, а ты серьезный. Я серьезно хочу вам сказать, что у нас планы начать захватывать мир потихонечку. Начнем мы, конечно же, с нашего нового сингла. Да, я сама веду, я обожаю сочинять посты всякие дурацкие. Наверное, многие считают, что я ужасно глупая. Самое ближайшее — это как раз выпуск нового клипа. Мы сейчас ищем режиссера, который будет снимать на песню «Держи меня ближе». Вы с Юркисом братья. Не было ли у вас планов создать дуэт? Мы на самом деле думали об этом, и, возможно, в ближайшем будущем это сделаем. Нас стали узнавать даже уже в тонированных наших «Бентли». Мы уже не открываем окно, а нас уже узнают и забрасывают цветами. Как будто мы Брежнев, и мы умер. Свадьба в следующем году, потому что, несмотря на то, что мы люди не самые суеверные, но так как этот год високосный, решили в этом году не играть свадьбу, поэтому перенесли ее на следующий год. И так как во мне течет греческая кровь, то решили сыграть это все в Греции. Дебютный клип на лейбле Black Star, называется «Май». Ну, весенняя история. Я вообще пою в стиле кантри-поп, с гитарой. Вот совсем скоро, уже через недели 2-3, выйдет мой новый сингл с названием «Река любви». Конечно, очень красивый клип вместе с режиссером Аланом Бадоевым. Мы долгое время искали идею, чтобы чем-то удивить, потому что сегодня зритель довольно много что уже посмотрел. А что для вас сейчас в приоритете? Режиссура, моя актерская карьера. Вот. Музыка тоже, но просто я делаю очень многое, поэтому у меня очень много дел. Я из Уфы. Уфа, вспомни, Земфира, Шевчук. Все всегда минимум пафоса, максимум сердца. Это уфимский стиль, как бы, и кто бы что ни говорил, всегда чуть-чуть мимо шоу-бизнеса. Этот проект связан с танцами, самыми последними новинками в мире музыки, и это очень интересный проект, который будет стартовать через месяц.
Смотрите Европа Плюс ТВ и не ошибетесь. День рождения Европа Плюс собралось из самых лучших звезд нашей страны. Мы получили полный заряд энергии, массу положительных эмоций, как о самом грандиозном событии этой весны. Стань участником легендарного интернет-реалити «Покорители Москвы» телеканала Hello TV.